Друзья, встречка финальной сетки двух юных атакующих. Владислав Сидоров Урлока и Максим Мисюревич Город Кировска. Там сяд вращаю, так 1-0. Впереди Сидоров по сетам. Играют до трех побед. Хорошо идут обои. Максим тоже молодец. Вообще уже тоже играет нормально. Там идет несколько поражений. Но... У Влада, по-моему, ни одного поражения нету. Так, зарубились они, так, первый сет нормально. Потопсили. Смотрим сет номер два. Оба на гладких, да. Короче, черного Макса доник. Доник. Что за дерево у него? У него инхе какой-то, то в ключ. Ну, короче, атакующая инхе у него доска. Хорош, тут Саня вообще убивает просто мяч. Хорош, этот кистевой у Влада, конечно. Шухеру наводит. Главное, он с подрезки так быстро переходит. Так, там, короче, идет Сафронов Харца встреча. Здесь Бараилка Феченко. Здесь Бережной Фриц. Ну и уже финальная сетка идет нормально уже по времени. Уже, наверное, по 3-4 встречи сыграли примерно. Так, 2-0 по сетам. Так, ну Макс был на сборах, ездил по России, наверное, на футболка. ФНТР России у него. Представлял команду Донбасса, с Донбасса. Жарко. Тут страшные вещи тоже происходят на этом столе. Ветераны. И вращают, и пилят. Ошибка. Подача такая мощная была. Опа! Да, ну напомню, что встреча вот эта вот Влада в группе победа над Феченко, это, конечно, с учетом хорошо, но тяжело. Хороший, постучали, потопсили, повращали. Хороший. Смотри, одна баранка у тебя, да? Одна от Влада баранка. Хорош слева, Ля, какой, а? Защелкивает. Так, а что, 2-1, да? Так, 2-1 забирается от Макс, молодец. Тоже борьба. Борьба, интрига. Подача хуриканом. Доник. Так, ну Влад подсказывает красного Макса, в общем. Красная мягкая. Софтная резинка стоит у Макса, красненькая. Ой-ой-ой, Лень, покидали по углам.
короткое движение. Ой-ой-ой, дядя Юра молодец вообще. Красавчик. Что-то не объявляют. Хорош слева. Да, он бьет все, плоско бьет. На одном столе. Как Макс врезает, впиливает прям вообще сильно, такие зарезки, запилы делает. Прям. Саня, что по сетам у вас? Ух ты! 2-2 по сетам у них тут заруба вообще. Фриз бережный. Молодец, Левлад вышел все-таки с этой мощной подрезкой Макса. Сильно впиливает, прям вталкивает. Ошибается. Ошибается. Что-то пустое, наверное. Переводил. Девять семь. Ай-яй-яй. Не ударил, не скинул. Во, здесь пробил. Так, это получается 8-0. Было вращение на подачу. По нулям. По нулям. Больше, вернее, меньше с подачи. Меньше с подачи. Победа. 3-1. Молодцы. Молодцы. Красивый теннис.